Всем добрый вечер. Улица Колораж. Иду. Посмотрим, что с морем. Как охота искупаться. Душно, очень душно. Гроза обещают. Сундаини. Пару лет здесь приятель мой рулил в этом Сундаино. Грек Юра. Царство небесное, умер. Инсульт. Теплая вода, девушка. Прохладная. Прохладная, да? Люди сидят. Там вдалеке пляж Салют. Люди сидят. Ничего. Скоро много здесь людей будет. Время 8:35. Вот отсюда начинается пляж Калипсо. Вот от этой дорожки. А здесь уже пляж Лазурный. И вот он так и тянется до пирса, и за пирс до самой Гренады. Пойду до центрального пирсика. Своего дружка надо накормить. Ну, я имею в виду Шарика. Эти барбоса не встретил в центре сейчас с Белкой. Видать, они куда-то переместились. У них же еще есть место дислокации около лавочки мясной. Они, видимо, там. Лето начнется, ну, в смысле лето. Лето уже началось. Когда народу много будет, Шарику места не будет. Ему играть я. Он убежит ближе к речке. Ближе к речке. А мне туда далеко ходить. Двенадцатое сегодня. Июня 2020 год. Поселок Лазаревское. Большой Сочи. Всех с праздником. С Днем России. Вот эта камера моя, вот она ночью снимает хорошо. Я даже удивляюсь, она дешевая, да камера. А GoPro, которая дорогая, она, когда нету солнца, когда вот это темнеет, там такой бред получается. Дедушка сидит справа на гармошке там. Играет. В Крыму постоянно кто-то играет. Там весело на набережной, она широкая, здоровая, километра 2-2.5, сейчас тем более Приморский парк там сделали, там вообще круто стало. Купались, девушка?
Теплая вода. А вы не попадаете в кадр. Теплая вода? Нет, не купались. А, не купались? Не знаю. Ну, женщины купаются. И вода-то по-любому теплая, просто она грязная. Ну, я, наверное, и в этой воде искупаюсь. Я прям горю от жажды туда занырнуть. До того мне душно. Нету никого. Около пирса. Кафе люди сидят. Шарика нету. В кафешках музон играет, по-моему, даже вживую поет. Но мне нельзя около них ходить, потому что музон — это нарушение авторских прав. Два полицейских прошли и один казак. Но это то, что праздник. Две дамочки выходят из моря. Не, ну я за Крым порадовался просто. 15 июня открывает. Главное, ничего там не нужно. Ни ковид-справки, никаких там тестирований. Просто едешь и все. В аэропорт, хоть через мост. Мы секретно, нас нельзя снимать. Видите, кричат, нас нельзя снимать, туристы. Все камеры боятся. Вчера снял для вас много видео. Вам понравились эти ролики с собачками там, бассейнами там, все дела. Но не набирают они обороты. По 1500 просмотров каждый ролик. А другие три еще меньше. Порекомендуйте их, нажмите поделиться в WhatsApp или где-то. Вам не сложно, мне приятно. По рукам бьете. Когда нет просмотров и желания нет сходить снимать. Кстати, донат прислала Лариса, 250 рублей. Она постоянно перечисляет. Спасибо, говорит. Она даже сказала, что фамилии не говорит ничего. И написала,
Я забыл, что он написал. Ну, своими словами скажу. Лично для вас, Бориса, спасибо. Я завтра пойду и заплачу за интернет эту сумму как раз. Дай Бог вам здоровья. В Оренбурге прожиточный минимум другой. Сюда приехал в Лазаревскую, мне 500 рублей отняли. Отняли 500 рублей. Для пенсионеров, они знают, пенсионеры, что такое 500 рублей отнять от пенсии. Я говорю, почему отняли? Прожиточный минимум, говорит, у нас другой. Вот так вот там. Вот и пришли мы на пляж Гренада. Дамочка плывет. Я занырну сейчас тоже. Знал бы Шарик, что я им курю, что творил, но, наверное, отсюда не ушел бы. Смотрите, какая здоровая овчарка плавает. Себе. Мы от Мурманска. Ага. Да, мы сейчас конкретно выбирали свой воду со стороны Рыбинского. Идет и все показывает. Со стороны партизанской? Ну вот не на... Ну я зимой там ходил, и там, да, где лесов. Да, ходит, и школе такой, не помню, как он сказал, как зовут. Как его зовут? Олег. Олег, точно. И он говорит, вот это вот ходит, и он мне звонит из Мурманска, звонит и мне говорит,
Вот он показывает, сколько людей на пляже, сколько это вот он ведь начинает от восхода вот так вот. Потом начал мне рассказывать, что вот где изумрудное. Он говорит, а изумрудное что у нас? Я говорю, кладбище. Он это, говорит, показывает со стороны изумрудное. Как раз я там говорит... около горы и шел, и змея прям перебежала меня. Как я там в воздухе перевернулся пару раз, как дал оттуда. Она такая, знаете, коричневая. Мне сказали, что она не ядовитая. Ну я их боюсь с детства. А вас можно снять? Да. Нет, подожди. Вы местные, да? Да. А, поэтому боитесь. Нет, дело в другом. Ничего страшного. Смотри, даже твоя мурманская и все. Я знаю пляж, я смотрю это, я все. Вот сейчас снимешь? И он может быть увидит, того сама я. А, ну давайте я вас сниму. Да. Привет ему передайте. Скажите, привет! Люда, он понимает, что Лазаревский любит, умирает. Лазаревский все любит. Но он здесь жил. Он здесь жил, да? Жил, пришлось ехать. Сейчас финансы уже, мы на пенсии, все нет. У него этого нет возможности. И он включает, и вот этот блогер идет оттуда, оттуда и рассказывает, что я этого не вижу. Я живу тут, вот, не мое 100 метров. Да я не хочу, мне не интересно. А он мне звонит и начинает рассказывать. Знаешь, там Лазаревская, то-то, я говорю, не знаю. Вот, ну, туристам интересно, они мне говорят, Олег, там улицу с ними, там, им же интересно. Я делаю... Я не турист, это отдыхающий. А? Слушай, я не турист, это отдыхающий. Кто? Отдыхающий, ну вот это, отдыхающий. Ну да, отдыхаю. Туристы не будут носить, у меня улитка. Она ходит по горам. Я с туристами, отдыхающим, какая разница? Какая разница? Вот они меня просят, я хожу, снимаю. Туристы ходят пешком, отдыхающие ездят на такси. Не важно. Не это... Вот сейчас приду, а вы тоже местные, да? Конечно, мы местные. И вы что, и родились здесь? На 42 года в октябре будет. А сами откуда вы родом? Урала. Откуда с Урала? С Оренбурга? Не, Урал это не Оренбург. Как это Урал не Оренбург? Южный. Ну я оттуда, Южный Урал. Это Южный Урал. А у вас? Ну, в последнее время, как мама жила, на Урале. Далековато в Сибирь. Это Константин собаку знает. Это чья собачка, ваша? А я, да. А, вы вот здесь вот рядом живете уже. Ну, Толщакова. Я же с вами один раз общался, он там стоял. Кстати, этот Константин, который вот, говорит, в блогер ходит, он, говорит, дошел. У нас Толщакова. Подошел к этим, как их называют? Давайте я вас 12. На фоне моря. Да. А, говорите, ну, говорите. Подошел 12. Подошел, говорит, Парасиловым, как тогда раньше было, Березкин. Слушай, короче, подошел туда, он мне рассказывает. Я, говорит, все это видно было. Главное, говорит, подошел туда, думаю, ну, наверное, напротив я был. Напротив 12-го, мой 11-й. Ну, наверное, может быть, он подойдет к 11-му, я тебя увижу. Ну, вот сейчас, слава богу, увидел, наверное. Надо его сейчас привезти домой. Обещать. Сегодня я вечером скину око. Смотрите, она плывет, молодец, да, какая. А можно я ей покушать дам? Нет, да? Она и так живая. А как звать ее? Зена она. Зена? Блин, хотел, хотел поближе лицо снять, она... А? Зена, королева воинов. Королева воинов? Да, мультфильм. Мне некогда мультфильмы смотреть. Нет, это давно-давно было. Я не помню. Я двоечником был. У меня сестра учительница, родная учительница, а я двоечник. Пусть наберу. Включил свой этот. Наблюдаю за регистрацией. Человек ходит, меня снимал. Так, мы пойдем, сейчас наберу его. Короче, естественно, он его сейчас не снимает. У них же что там белые ночи. У них белые ночи. Рассказывай.
белая ночь, знаете где? В Петербурге. А у них они красные. Так что это не Мурманск. Мурманск? Запад. Ну как там мой там сейчас? Да это моя красавица. А камни не таскаешь? А! А! Что? В этом, да, он снимает, да, и смотрит там. Да, да, да. Он когда включит, он видит. Видит. Или потом может переключить и видит, что я была. Нет, он просто на YouTube выходит, включает ролик и смотрит. Именно в тот момент, когда это, или может быть до того, как он включил. Ему позвонил. Ну, до свидания. Да, мой пакет, там еда для собак. Жена, тебя зовут домой. Собака какая, нифига, плавает. Время сейчас 7:07. И домой идти неохота. Здесь вроде делать нечего. Вот в эту камеру надо громко разговаривать, чтобы вы услышали. Поэтому орёшь как дебил. Молодежи всегда на лавках достаточно. Фонарики включили уже. Ухожу я по социалистической сторону восхода. Может, шарик все-таки туда убежал в непогоду. Курицу жалко. Домой приду, в холодильник, потом он откажется еще от нее. Жалко курицу. Надо его найти, чтобы он съел. Да и других собак-то не видно никого. Ну кто мне там доказывал, что ничего не ходит? Терпеть не могу таких людей. Доказывают там что-то. Я сам это своими глазами каждый день вижу. Вот это поезд. Так и ласточки ходят по утрам и по вечерам. Таблички не вижу. Ну вот мы и на улицу Лазарева. Шарика не вижу. Вот он, шарик побежал, маленький. Замолчал.
заморгало, засветилось все, лампочки, как это все. Смотреть на это приятно. Ступеньки какие. Всем до свидания. Спокойной ночи, господа. Дружку повезло. На, сюда. Курочку будет, дружок, сейчас кушать. Мой золотой. Здесь около дома я его нашел. Ну что ты разбрасываешь? Вот такая вот курочка ряба. Кушай давай, мой золотой. Это первый дружок один. Видите, он рыжа. А, ну сейчас темно, вам не видно. Рыжеватый.